Сегодня в их руках специальное игрушечное оружие, на голове прибор с датчиком. Сразиться в жарких спортивных баталиях выдался шанс воспитанникам детского социального приюта. Это их первая в жизни игра в лазертаг, но, судя по интересу и эмоциям, далеко не последняя. Организованная инициатива – это подарок от активистов БРСМ. У нас в районе проходит масса чемпионатов такого рода, но детей именно из социального приюта мы приглашаем сюда в первый раз. Игра абсолютно благотворительная, то есть никто ничего не платит. По нашей инициативе, по инициативе клуба «Альфа», мы решили для них создать такой вот праздник в разряде активного отдыха. Наверное, не у каждого есть возможность поиграть в эту игру, потому что она с финансовой точки зрения не дешевая, но мы решили для них создать этот праздник и дать им возможность ощутить, что же это такое лазертаг. Лазертаг – это вид активного отдыха, который захватывает не только детей, но и взрослых, и является совершенно безопасным. В канун светлого праздника Рождества Христова такой своеобразный и креативный сюрприз подготовили для 11 мальчишек и девчонок волонтеры и активисты города. В современном мире очень мало осталось время для доброты, тепла, любви, и хочется как бы вот этим детям опять же подарить ее, то есть то, чего им не хватает так. Хочется подарить тепло и ту любовь, которую этим детям не додали, как бы там родители ее не получили по другим иным причинам, и вот хочется восполнить. Детский социальный приют города Бреста пребывает под патронажем волонтерского отряда Московского районного комитета БРСМ, а потому такое внимание со стороны активистов неудивительно, но только не для детворы. Ведь для этих ребят любая инициатива – это большой праздник, это радость, это счастье. Мне понравилась большая часть, как вот особенно было надо захватывать. Там меня вот, когда мы сначала тренировались, бывало так, и начала захватывать базу. Мне очень понравилось играть в эту игру. Виктория Саченко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.